ребятки, Superb 2 литра турбо, X38 полный привод, Stage 2 полноценный, рево на легеньких колесах. Ну, короче, очень быстрый рабочий Superb, 400 сил. Поедет против Fiat на шестнаре, на объеме, на турбине, на хорошей. Сил 350, может больше, может меньше, машина не меряет, но едет круто, едет реально круто. Готовы? Раз, два, три! Окей. Масло поменял. Ну, надо будет тогда пропустить всех. Готовы? Раз, два, три. Да уже сейчас как-то. Сотку отсюда ебанды и все. Мы плавно передвигаемся к отметке 200 километров сейчас. А с 200 не было заезда ни разу еще? Ну, после 200 уже... Надо будет прервать, снять такой заезд от 200. Готовы? Раз, два, три! Он там ширяет передачи, бля. Да, друзья, Fiat надо докручивать. Сейчас там надув 1.4, по-моему, будет делать 1.8. Надо делать 1.8. Чтобы ехать хорошо. Не выходи из машины, держи его. Сейчас Андрюха Акум подкинет. Че, кто? Ничья боевая. Ничья боевая? А что ну, ты? Ну там за возраст нужно накидывать корпусов 5 еще. А, машину все. Ну нормально. Там 16. С уважением. Ну потом со мной поедешь. А что, Денис настроил Audi, что ли? Поход, да. Да? Сказал, что только плохо дуется. Я Урус не могу обогнать, как мне с тобой ехать? А? Я Урус не могу обогнать, как мне с тобой ехать? Ну, засажу. Так, ребят, сейчас заезд. Ну, реванш, потому что Диман заезжал с этой тачкой, с Супербом. Но у него был забит фильтр, машина ехала хуже, заметно хуже. Поэтому сейчас реванш. X3, 40D-H2 против Суперба, 2 литра. Турбо X38, турбина полноприводный. Stage 2, сила 400. Все, на счет 3. Раз, два, три. Ух, подкатило, ебать его в рот. Ой, да. Поехали. Да, не раздулся что-то. Старт ебанутый сейчас, то ли у него резин прогрелась, то ли он клей мою палил, я пойму вообще. Так, готовы, ребят? На счет 3. Раз, два, три! Ой, блядь, я хоть сейчас уперся. Блядь, старт ебанутый. Вот, сейчас старт был у нас, сейчас у нас был старт. Я ж не был. Через левку. Корпус
часа полтора-два икс вперед. Вырвался со старта, так и идем с ним. Хотя нет, вот вам разрывает дистанцию. Чуть-чуть. Стрелка ложится. А вы тогда как ехали с ним? Кто как вырвется, тот так и держит корпус. Это с места было тоже? Ну да, если на 2,5 нажимал, то бывало уезжал. Как подловить старт. А сейчас не читерил типа? Понял. В комментариях скажут. Корпуса 2-3 навезли. Прям со старта взяли. Суперб хорошо поехал, но нет того, как раньше, помнишь, он уезжал когда даже от нас, помнишь, с места? Реально уезжал. Сейчас, ну и резина сейчас другая, сейчас старт лучше. Ну и дальше. Диман по чуть берет, берет и берет. Как кореш на Хавале сказал, говорит, прошил-ка тачку, вот поперло. А с тобой, сука, отнулся. Говорит, ну, что-то не особо выжимает, понял. Я говорю, может, ты сознание потерял, как вот на американских горах, значит, сидят. В конце заезда отошел, на счет три. Раз, два, три. Ну, слышь, собираем, ни хуя себе. Он отпустил, что ли, отпустил, что ли, Дэн? Ну, это хуя какая-то с третьей передачи, блядь. Слушай, поехали, мы 67, как бы, тут весь прихода вообще нет. Не было прихода, да. Так, готовы? Раз, два, три. Ну, теперь вторая передача. Да, 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 на второй сразу толчок был. Поехали. Хочется. Видишь, позже сейчас. Да, да, да. Сейчас просто остановим. Поехали. Да, он ходит, еще дистанция разрывает. Тормози, тормози, тормози. Это там цикл Миллера выскакивает. Как раз говорил, хочет себе икса, старается, со всех сил подставиться. Вибрирует, не вибрирует. Чуть-чуть жмешь, не вибрирует. Средний жмешь, вибрирует. Жмешь сильно. Не вибрирует, когда сильно жмешь. Не подготовить, не передушишь. Так, готовы? Раз, два, три. Вот пятое. Пятое вот всегда. То ли он вот момент сейчас переключил. Шестая. Как он это делает, да? Не отпустили, в этот раз не отпустили. Ну один фиг, он побыстрее. Ну жужжора. Да. Пожарей и их быстрее. Ну едут они близко, короче. Да, едут они реально близко. Можно даже не уехать, на пол корпуса висеть. Он будет, да. Хорошо едет, супер, хорошо едет. С места он просто дизель не может взять. Да, дизельный старт. Если бы он мог старт выдержать с места, так бы ровно дальше поехали. Приехали расстраивать на всех, да? Нет, наоборот, расстраиваться, наверное. А что здесь сейчас? Ну, что сейчас настроили, надо проехать, посмотреть. Потому что не знаю, что есть. Что сейчас надо? Замерял. Да до хера там. Надо проверить. 2+? Да. Да? Не, ну, по ощущениям не. По ощущениям не. Я вырежу это. Сколько у нее надохнуло? Там от 2 до 2. 2,2,2, да? А он по передачам сделан или... А можно выставить на этих мозгах передачу? К Денису. Можно выставить по передачам? Реально? Это на Симус каких? 18-х можно, да, сделать? А на Симус 12 тоже можно сделать? Ну, знаю, Серега, у меня только 18. Понял, понял. Друзья, сейчас заезд Audi A3. 2 литра турбо-эровский мотор, закован, коробка DQ500, полноценный Stage 3, на 35-м гарде. Против Octavia 1.8 турбо, Stage 3 на X20 гибрид. Механика. Софт у ТМЕ. Нам ребята кастом сами билет. Раз, два, три! Да,
счет три. Раз, два, три. Раньше поехали. Да. Да-да, не надо в такой момент, лучше сразу отпусти. А вы отпустили или мы вас объехали? Это, походу, либо передувку. Мы отпустили, нас то ли передувку пошел, понял, на пятый. Мы бросили сразу. Нас пулит очень долго турбина. Мы, наверное, на 2.5 попробуем нажимать. Нажмем на 3, она еще долго пулит. Да на 2, конечно, жмите. Мы на 2 жмем. Мы думали, на 3 все жмем. На 2 жмем, на 3 едем, да? Не, мы BMW-сты. Да, готовы? Раз, два, три! Саня, куда едешь? Хорошо едем. Хорошо едем. Слушай, хорошо едем. Надо сейчас еще раз сделать. Короче, спул тут завтра. Да. Надо с места ездить. С места получше должно быть. Сейчас, нет, нихуя, как я сейчас хороший был заезд. На 2. Да, да. Но едем на 3. Да, Фриц, вот какая разница? На 2, на 1. Главное, ты же едешь на 3 все равно. Вместе поедем. Да, вот как, например, ты знаешь, светофорные заезды. Да ты хоть брось, пока светофор еще желтый, блядь. Ну, ты едешь на зеленый, да? Ну, людям не понять. Все, давайте выезжаем, ребят, поехали, все. Так, готовы? Раз, два, три. Да, вот именно непонятно, когда на пятой. Чуть-чуть вот не хватает. Мне кажется, ровненько будем идти, где-то в момент. Может, видно, чуть вылетит, а потом мы будем держать его. Видно, момент приключения чуть начинает накатывать. Да, а потом она начинает раздуваться. Да, и уже он не накатывает. Ровно идут. На наду ведут они ровно. Едет-то она хорошо, потому что это Октавия едет очень хорошо. Но с твоим конфигом. Не так хорошо, как хотелось бы. Да, но с твоим конфигом. Мне кажется, она у тебя ехала тогда даже. Не. Тогда она у тебя хуже ехала, чем сейчас. Но в любом случае, наверное, сейчас должна была бы получше быть. Ну, пока так. Да я вот думал, может, надо было выложить это все хуй. Нормальная подготовка. Че, кого кто? Блять, ну тут если мы пораньше раздуваемся, понял, то мы уезжаем где-то корпус на 1.5-2. И едем, да. Если одновременно нам получается сорваться, то едем дальше ровно. Понял. Там чуть-чуть навозит, да, и просто да. Едет пятый. Переключение, он прям начинает догонять нас вверха, вот и едем одинаково. Давайте с места попробуем с кем-нибудь. Ну, тут только я смелый, больше не смелый. Поехали. Да. Так, друзья, сейчас заезд Audi A3, 2 литра турбо, ну, Stage 3 на ковке, всех делах. Что с ней? Гаррет 35. Большая турбина. Прям большущая турбина. Побольше, чем EFR у меня была. Надув 2.2.2, полный привод. Ну, Дэн собрал сейчас вот на такой конфигурации тачку. Посмотрим, кто будет быстрее. Самый злой старт был вот с ГЛСом, когда заезжал, да? С ГЛСом, да. Как вот тот ГЛС. Так никто со мной еще не поступал, потому что старт. Вторая передача, и он меня хлопает прямо вот в диапазоне 60-90, он уже меня. На счет три. Раз, два, три! Поехали. А че это? Две
что, у вас может реально дольше считать или как лучше сделать? Не, нам, наверное, на 2 отпускать уже надо. Давай еще раз сделаем, подъезжайте. Окей. Готовы? На счет 3. 1, 2, 3! Ну да, вот так получится. 140. Этот Серег, у него передняя колесная арка, как у Елика, короче, понял? Задрало, да? Расстояние, да, как у Елика задирает прям вообще. 200. Ну да. 220. Нормалек. Короче, знаете, в чем подвох? У него, слышал, звук зарычало? Да. Это вот это... Это значит, мотор набрал только 1 бар надува. Рабочее только, давление. То в тот момент она вышла. Прикинь, спустя сколько после старта, да? А что они не сделали ланч с буста? Может, порвется он на... А у вас ланч не с буста, нет такой хуйни? Не-не-не, только с оборот. Ну, мне понравилось, надо еще. Прям вообще отлично. Диман, это надо еще раз заехать. Да, давайте, давайте. Готовы? На счет 3. 1, 2, 3! Вот, сейчас хорошо. О, да, сейчас хорошо у нас был старт. Нам побросать-то надо. Ну, да. Проходит, а утюга 180. Да, просто возьмите, хорошо, 200 здесь все пустил. А с ним интересно на 60 баксов. На 3 бросили. Я видел, да, я понял. Давайте отсюда 60 еще сделаем в ту сторону. 1, 2, 3. Бар взяла. Ну, кстати, нет, ну быстро она, Серег. Да. Через полсекунды она уже перданула и улетела. Ох, масло же, это же масло, наверное, или нет? Надо в этот дым не заезжать. Нормально? Друзья, ну что же, сейчас заезд Лансер. 2.4 атма против... Ну, с доработками, понятно, валы, выхлоп. Против Octavia Tour. К03S Turbo. По 240 сил. Очень быстрая машина. Пилот умеет ездить. Посмотрим, друзья, Атма или Turbo. На счет 3. 1, 2, 3! Едет. Ну, 240 сил. 230. 230, да? Да. Уходит. Да. 220. Все. Все, не без гастроя. Надо ходом пробовать. 1, 2, 3! Четвертая. 160. Да нихуя себе. Дальше держим. 200. 210. Корпус. Два обеда. 220. Все, отпускаем. Но я считаю, очень круто. Мы ехали с 240 сильной машины до 200. Ровно на газу ехали, это заезд. Реально, нихуя себе выдает. Ну, можно перезаехать отсюда. Так, 1, 2, 3! Ну, чуть-чуть, да, где-то... В корпус разница до 200 на газу и на бензине. 5. Все. Разница, кстати, не колоссальная. Бензин и газ.
можно еще раз, давайте развернемся. Готовы? Раз, два, три. Да, просто она что-то уже поднагрелась, наверное, похуже едет машина заметно. Ну, до этого у нас был косяк с переключением, сейчас вот мы все идеально сделали. Ну, вот, да, корпус нам еще навезли. Раз, два, три! Забуксовались, но мы... смело фокусы теряем. 1.8. Хотя он что там доработал. Старт чуть-чуть мы взяли с прыжка на лансер, потом накатил. И уходит вперед. Не, лансер тут прям сильнее. Какие доработки? Так, вал ОКБ, чип выхлоп, чуть доработан впуск. Впуск стоит, ну, аналог араба, видно. Что, ходом будем откуда? Да я думаю, сейчас развернемся ходом. Настройка Яра в Москве на стенде. В общем, на стенде показалось 147. 147? Да. Нормально. Ну, вот мы... Но он, в принципе, едет на 147. Мы два года назад замеряли, Серег, и я замерился на этих выходных, едет так же. Но два года назад у меня сидел 100-килограммовый Дима сбоку. Сцепа подыхала. Ничего себе. И едет так же. То есть у меня либо может пора форсунки почистить. Хочу. Может бенз, может погода была. Я думал бенз. Равняйтесь, равняйтесь. Раз, два, три. Бля, Форд, Форд пытается. 7500, сука. Лансер вообще на этом валу едет. 60. Чуть-чуть Форд совсем подержался. Так, Октавия 1.8 Тур, Универсал, К03С турбина, Stage 2, против Лансера 2.4. Готовы? Раз, два, три! Сто пятьдесят, 180. Конечно, по факту, зеленый. Да. Я очень доволен. Я не ожидал, что она сменена турбиной
плюс впуск-выпуск, получается, там даунпайп. И я так проеду хорошо с ними. Честно говорю, это поражение, но оно сродни победе на самом деле для меня. Ну, у него 240 сил, у тебя где 220, да? Ну, нету. Здесь нету просто 220. Все оптимизировано. Смотри, было честных 204 силы, когда я гонял второй, третий раз. Сейчас чуть больше, сколько я не успел на стенд заехать. Но пока видео выйдет, я заеду. Ну, можешь уже скинешь тогда. А, мы сейчас пробуем чуть-чуть дальше, чтобы по оборотам крутить, а так сделали все прекрасно. Так, готовы? Раз, два, три. Кто-то из вас куда-то уйдет, да? Первый заезд был прям показательный, вот когда все да. По-хорошему.